Еще раз подчеркиваю, мужики, дисциплина и еще раз дисциплина. Вот я смотрю, так это поднажали с осени прошлого года, грубо говоря, гайки подкрутили, и несмотря на погодные условия, все-таки, к счастью, хорошие дожди проходят, но они сдерживают немного посевную кампанию. Но, тем не менее, работают как никогда люди. А почему? Организация. Люди увидели, что могут потерять. Там война, там движуха какая-то на западных границах и прочее. И люди поняли, что лучше немножко упираться и работать, давать результат, нежели мы получим серьезные проблемы. Это говорит об организации. Надо этот уровень поддерживать. Будет организация и дисциплина, мы решим все вопросы. Все. Тем более аграрный комплекс, продукты питания нужны, без них никуда. Они дорожают постоянно. Используйте этот момент. Ну и самое главное, люди. Я вас очень прошу, работайте с людьми. Да, дисциплина, но должна быть в основе всего вашей политики и всей нашей справедливость лежать. Справедливо. Если люди к вам обращаются, значит, надо реагировать на это. Кому-то прямо сказать, что это мы делать не будем. У тебя трое сыновей, иди свой забор ремонтируй или покрась свою хату сам или сами. Но если приходит человек, которому нужна действительно помощь, ему надо эту помощь оказывать. Я не заставляю вас выполнять любое желание, которое кому-то взбредет в голову. Люди у нас разные. Но надо четко разделять людей. Кому-то надо помочь, а кто-то обойдется и сам. Но всегда людям надо прямо ответить. Ты давай занимайся этим, я тебе вот это помогу, а здесь я вообще ничего делать не буду. Четкий, ясный ответ, чтобы понятно было.